Понять, у кого подорожание обосновано, а у кого нет, сложно. Цены везде разные. Сегодня комиссия проверяет прайсы на товары первой необходимости. Сахар, муку, масло, овощи. Цены на них меняются чуть ли не каждый день. Мука, где хождем, маква, мука. С дикалор хождем, дети. 400 рублей. Это 10 килограммов там. Выходит 40 рублей килограмм, да? Халха, где хождем, хок. Ну, 50 рублей. А сахар? Песок, ее оттихает. Но это сезон. Самым стабильным из них остается мясо говядины. Его цена не изменилась. В среднем 400 рублей. Пачка 5-килограммовых макарон была по 230, сейчас 160. А вот цена на гречку, напротив, выросла. За 800-граммовую упаковку придется заплатить 160 рублей. Прибавка почти в 50%. Больше всего на нашем рынке выросла цена на мясо курицы. 26 где-то числа прошлого месяца у нас куры килограмм стоят 150 рублей. Здесь 2900. Это выходит 350 рублей. Но 50 рублей уже добавили. Одной из главных проблем остается и отсутствие ценников на товарах. Искоренить эту проблему среди предпринимателей не получается. Нестабильная ценовая политика и с овощами. Килограмм моркови, который входит в борщевой набор, можно приобрести за 55. Картофель по 40 рублей, лук за 30, капусты за 50. Продавцы делятся. Цены сейчас мало от них зависят. Максимальная наценка 10%. В основном привозят уже по завышенной цене. Берем там 70 рублей, продаем 80-90 рублей. А цену увеличили за последний месяц? Ну да. В этом году, правда, дорогой. Товар дорогой. Потому что нету, и там много дожди, много солнца сильнее в этом году там. Поэтому там дорого. Как раньше, дешевле нет. Однако для потребителей эти факторы не аргумент. Чтобы прокормиться, прежних доходов уже не хватает, жалуются покупатели. Повышение цен сильно отражается на бюджете многодетных семей. А на этой точке цены на продукты первой необходимости приемлемые. Продукты и социально значимой категории они продают согласно условиями контракта с государством. Сколько вы добавляете кефир? 5%. 5%. И молочный тоже? Все 5%. А когда эти накладные были составлены? Этот сегодняшний. Раньше 140 было. На 30 мая. Сейчас сегодня 18-й. 5 рублей снег. Массовые проверки проходят по всем районам Ингушетии. Муниципальные власти каждый день мониторят ситуацию и принимают меры, чтобы удорожание было не выше 10%. Вся собранная информация по ценам передается в Минпромсвязи. Подобного рода мероприятия мы должны проводить ежедневно, но нам администрации районов и городов представляют информацию каждый день. И по ним мы делаем анализ, смотрим, что выросло, на что идет у нас снижение. Ну, на сегодняшний день снижение идет на овощную продукцию по сравнению с прошлым месяцем. Ну и бакалея, и молочка, и яйца. Мероприятие по мониторингу цен позволит фиксировать и анализировать цены, выявлять предпринимателей, необоснованно завышающих цены на товары. К ним уже будут применяться отдельные штрафы. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.